Здравствуйте, уважаемые любители «Мой баран». Мы продолжаем серию роликов, на этот раз про лук-май. И перед этим я хотел бы сделать небольшое отступление лирическое по поводу обсуждения различного рода техник, разного рода тренерами. Есть очень уважаемый мною тренер, система которого, безусловно, очень рабочая. Он снял серию роликов, которая называется «Лажа в боевых искусствах». Ролики юморные, сняты интересно, прикольно. Я не согласен с посылом. Когда мы обсуждаем некую технику параллельных систем, мы должны как минимум разбираться в той системе, которую мы обсуждаем. Вытаскивать фразы из контекста – это неграмотно, непрофессионально и плохо. К чему я это все рассказываю? Сейчас мы рассмотрим второй вариант – лук-май. С точки зрения упомянутого мною тренера, это полная лажа. Почему? Итак, мы делаем первое действие, уходим в сторону. Кто мешает противнику вернуть руку и нанести второй удар? Никто. Кто мешает противнику начать прыгать и делать в боксерском варианте, как бы все как принято? Никто. Соответственно, эта техника нерабочая и это полная лажа. Возвращаемся к ролику. Итак, вошли. Потом мы начинаем раскрываться. У человека открывается вторая рука. По идее, он может ее ударить. И он даже как бы бьет. Да. И мы как бы делаем вот это действие. В ролике мы рассматриваем действие вот такое. Это подразумевает, что мы сбили руку противника. Мы не нанесли удар сюда, мы сбили атакующую руку, мы создали защитный момент. Затем идет следующее действие. Мы закрываем глаза человеку. То есть вот это действие, это закрытие глаз. Вот. Вот это действие, это непосредственно удар, который может быть любым. Не обязательно. Я могу нанести сюда. Я могу, убирая руку, нанести сюда. Но мне нужна точка опоры, на которой я имитирую удар. Фактически это ручной тренажер. Ручная ваша лапа. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Не рассматривайте лук-май, май-май, неважно что, как приемы, как буквальное руководство к действию. Рассматривайте их как схему решений, которые вам могут пригодиться в ближнем бою. Спасибо, что посмотрели наш ролик и ждем вас в следующих наших передачах.